Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина и канал «Цветочная симфония». На голос не обращаем внимания. Он у меня наконец прорезался, болела и работала. Все делала одновременно. Получила посылочку. Хочу быстро показать распаковку. Это же самое сладкое у нас с вами. Распаковать посылочку. Посмотреть, что же там внутри. Сверху положила специально, чтобы была не коробка, а что-то поинтереснее. Вот так это все внутри выглядит. Дальше я не лазила, не открывала. Мне все это интересно, но сейчас быстренько одной рукой попробую сделать. А потом вместе с вами все это дело посадим. Так, вот так упакованы усики. Так, не очень это хорошо видно. С обратной стороны вот хорошо в пленочку. Замотан там в диск. А, в диск и в этот такую тонкую стричь пленку, которую я, конечно, если честно, не люблю. В жару все загнивает. Так, ну, пока вроде как проскочили в жару. Так, здесь у меня папоротник. Так, лишнее выкинем. Пытаюсь одной рукой это делать, не очень удобно. И штатив ставить, мне тоже неловко. Ой, там все серьезно. Ладно, попытаемся по-другому достать. Достанем все вот эти и пишечки-вкусняшечки. Любимые. Так. Там еще у нас вкусняшечки только детками. Вот так. Это интересно упаковано. Видите, как хорошо тщательно все сделано. Придумано все на степлер. Вот, а здесь даже на шпажечке, чтобы не проскочил. Там у меня папоротник. Сейчас я все достану и покажу вам. Пока на пол. Вот я распаковала. Пытаюсь добавить цвет, а то телефон капризничает. Ну и покажу общий вид, потому что мне кажется темно и ничего не понятно. Смотрите, упаковка идет в мох. Не знаю, я в первый раз с этим сталкиваюсь. Где-то из воды с корнями, где-то просто срезы. Ну не пойму, когда они срезаны, потому что все здесь хорошо. Здесь вот, так, не смотрите мои порезанные пальцы. Здесь вот в таком состоянии все приехало. Ну понимаете, да, это все убирать. Это старые листья. Вот самый дорогой черенок. Вот так пришел. Я с таким не сталкивалась еще. Я не знаю, тут даже вытянуть нечего. Это на выброс. Все. К сожалению. Вот такие усики бывают. Вот здесь есть подарки. Белая ночь. Хотелось бы знать селекционера, правда? Спасибо за подарок. И еще два подарка есть, но... К сожалению, к радости, у меня такие сорта уже есть. А здесь хорошо все. Здесь вот так. Не знаю, почему в таком виде усы присылаются. Ну, вот так. Вот так. Такие усы. То есть это все, вот это все низ, это все обрезать, потому что оно, ну, так сказать, негодное. То есть это старые листья. То есть, которым света не хватало, когда они висят. То есть, такое надо, конечно, убирать. Так, ну и вот, самый дорогой черенок. Так, я не пойму, видно, нет? Так, пытаюсь поймать, сфокусировать. Не хочет. Сейчас тут пытаюсь свет и... Ну вот, вот, вот в таком виде. Вот. Вот такой черенок. Цену называть не буду. Ну, кусается. Попытаюсь вытянуть. Не знаю. Так, ну и детки и писцы. Акварели, к сожалению. Вот в таких. В таком виде листья. Не знаю, упаковано хорошо. Все нормально. С чем связано, не знаю. Просила давно выслать, сказали, холодно. У нас жарко. У нас по 30 днем. Ну, я сама высылаю даже в самую сильную жару. Нормально все доходит. Здесь чуть-чуть только вот слегка край. Вот это более-менее нормально, не пострадало, а это пострадало. Но в прошлый раз, когда я показывала, как акварельно получала в хорошем состоянии, пришли на утро, они у меня стали все вот такие. Там, скорее всего, в холод попали. Я их понакрывала пакетами, все живые. Потихонечку на фитиль их поставила и отходят. Вот, и тигр. Вот такие листочки у него. Почему-то они не все такие ваечки, не знаю, я
не сильно в папоротниках. Вот такой красавчик. Надеюсь, подружусь. Папоротники вроде нормально получается. Я их ставлю на фитильный полив. Не сразу, пересажу свой грунт сначала. Приживется, разрастется, а потом такой на фитильный полив. На фитилях они растут прекрасно. Так, ну вот так навскидку. Сейчас буду что-то думать. Сорта. Ну вот, КСП Доминикана, Тем-Южанка, Майский Полдик, Болдень есть у меня. КСП Зимняя Вишня. Это я заказывала в Валенсии. Это подарок есть у меня. Айпис Ценника Вулкан. Кстати, сорта очень хорошие все. Даже если они есть у меня, они прекрасные. Вот такой сорт. Белая ночь, я сказала, у меня такой нету. Очень интересно. Как она будет и Лондон, я хотела купить. Вот, купила. И также зарубежный сорт. Но, к сожалению, вот так доходят и писцы. Разочарована. Я не сказать, если не сказать больше. Ну, всяко бывает. И мои, бывает, не идеально доходят. Неизвестно, где что бывает. Здесь дней 5 всего шла посылка. Казалось бы, должно было быть все идеально. Но не знаю, с чем связано. Вроде бы так, и зипакет хорошо. И вот и стаканчики прекрасно упакованы. То есть и посылка сама. Ну, не знаю, где-то она, может, она где-то на жаре целый день лежала, на открытом воздухе. Мы же не знаем, как почта наша работает. Как бы претензии продавцу сложно тут предъявлять. Ну, есть вопросы, но я думаю, мы пообщаемся и их решим. А никто ни на кого никогда не злится, не ругается. Все решаемо. Так что мы все занимаемся и отправками, и покупками. Это разный опыт, он тоже нужен. Надеюсь, все получится. Посмотрю вместе с вами посадильный сама. Посмотрю, как у меня с голосом будет. Вот надо все подготовить, стаканчики подписать. И тогда покажу, что я буду с ними делать. Но пока все. Вот я посадила все, что смогла срезать. Здесь немножко свои досаживала. Потом вечером не стала с вами, потому что не в очень хорошем настроении было. Не знаю, стоят коробочки. На самый верх ставить нельзя. На стеллаж будет запревание, жарко. Здесь, правда, коробка вот слегка с дырочками и закрыта скотчем остальные дырки. Потому что совсем много дырок, они быстро высохнут. Тоже плохо. Им все-таки повышенная влажность нужна. Но не мокро, не стала ничем опрыскивать. Потому что, боюсь, им это только навредит. Пока как-то так. С продавцом мы общались, решали вопрос. За 2 сорта мне обещали вернуть средства вечерком. Так что, надеюсь, спокойно мы пообщались. Надеюсь, так и будет. Вот мои красотки, одни из них. Ну, псы бывают разными. Такими маленькими отправлять, конечно, ну, не стоит. Или хотя бы их должно быть 2-3. Или усы должны быть крупными. Чтобы, если что-то пропадет, то было что отрезать. Я думаю, так. Ну, каждый из нас работает по-своему. Вот. И для каждого из нас разный опыт. На этом все. Все спокойно порешали. Надеюсь, сорта у меня сохранятся. Те, за которые я заплатила. О, сколько сорта новые, интересные. Надеюсь, на следующий год они у меня будут. Ну, на этом буду прощаться. Пишите свои комментарии, как вы думаете. У нас все бывает, особенно по весне, когда холодно во многих регионах. Бывает, подмерзают. Наши эписцы многострадальные. Как у вас они доходят? Что вы с ними делаете? Пишите о своих результатах. Вот. Ну, а на этом буду прощаться. С вами была Ирина. Канал «Цветочная симфония». Всем пока и хорошего дня!